В Кокшетау открыли аллею Жастара. На эти цели из областного бюджета выделено более 56 миллионов тенге. Мадина Смагулова расскажет, как город отмечает День первого президента. Сегодня в Кокшетау действительно царит особенная атмосфера. Собравшиеся на открытие аллеи горожане уверены, что этот уголок станет излюбленным местом молодежи. Здесь установлены пешеходные дорожки, высажено почти 200 саженцев хвойных пород деревьев. Есть на территории также футбольная площадка. Хочу отметить, что с утра в городе торжественно, кроме аллеи Жастар, открыты несколько придворовых спортивных площадок и аллея железнодорожников. К слову, в областном центре в этом году установлены 22 игровые площадки, 7 спортивных площадок и построено еще 5 для любителей стрит-воркаут. На сегодня в Кокшетау проживают 40 тысяч молодых людей, а это 26% от общей численности населения. Настроение у нас сегодня отличное. Сегодня такой праздничный день. Мы с семьей вышли погулять в этом прекрасном аллее, который сегодня открылся в нашем прекрасном городе Кокшетау. Я молодой папа. И у нас 4 детей, 2 малыша у нас дома. Мы живем здесь рядом с этой новой прекрасной аллеей. Верится, что новые объекты станут местом добрых встреч и еще не раз соберут увлеченную молодежь. Мадина Смагулова, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар 24.